Я буду сейчас петь о моем Боге, который буквально воскресил мою жизнь, мой голос, потому что полгода я находилась при смерти, под капельницей, я не могла дышать, и врачи пророчили мне, что я не буду даже жить. Но вы знаете, у Господа для каждого из нас совершенно другой план. Он назначает нам срок жизни, Он исцеляет, Он оживляет и делает чудеса. Я выжила, и это было чудом, и врачи говорили, ну, она выжила, но разговаривать точно не будет. Ищите ей специалиста и врача, который будет учить ее говорить. И уже через полгода после того, когда мне говорили, что я не смогу говорить, я запела. Это огромное чудо, и я дала Господу обет, что каждый день своей жизни я буду его славить. Поэтому Бог наш живой. Приди ко мне, любовь моя, в кромешной мгле я жду тебя. В потоке вод, в реке страстей меня влечет, а я к тебе. Среди друзей, в плену судов, лукавых сетей, среди бур штормов, хвалы людей, я вновь и вновь пою тебе. Любовь.
мой неземной Бог, мой живой мир и покой, дыхание тепло, приди ко мне, Бог мой. Слава Господу!